Итак, короче, идем к нашему, к моему отелю. Вот по уличке. Вот такой черный район. Все такие черненькие. Домики такие неплохие, блин. И солнце не видно было. Солнце. Вот скоро мой будет отель. Я так быстренько сниму пару домиков. Какой-то сидел там, понятно, что делал. Блин, тут солнце светит, нифига видно. Это не наш отель, но тем не менее. Вот такие вот домики небольшие, прикольненькие. Черные тут живут, наслаждаются. Домики двухэтажные, маленькие, но очень такие, наверное, уютные. Вот. Вот мы подходим к моему отелю, который называется Crown Plaza John Kennedy Airport. Вот он такой красивый. Кстати, шла под деревом, птица насрала, надеюсь, что будет много бабла. Вот наш отель. Чуть-чуть еще пройдусь немножко. Стенку. Прикольные домики. Вот. Очень так красивенько, уютненько. Такие домик беленький, вообще прикольный. И это тоже классно, как сказочки. Вот поехал бесплатный автобус. Только что маршруточка такая с аэропорта. Бесплатно до отеля. Вот, вот такая вот красота. Вот такие вот маленькие домички. Очаровательные, красивенькие. И иду назад. Буду уже отдыхать. Завтра рано вставать, поэтому вот очень такие красивые домики. Мне очень понравились. Один бы такой хотелось бы себе иметь. Ты же такой одноэтажный пошел. Очень классный. Ну, черный. Ну, что черные могут, а мы не можем же. Надеюсь, что никакая птица больше не свернет. Может, миллион выиграю. Короче, стол. Вот сейчас мы зайдем. Наталья еще на таких машинах чернота ездит. Вообще нормально. Вот этот отель. Crown Plaza. John Kennedy. Airport. Такой. Сойдем. Ну и дальше мы заходим. И дальше мы заходим к нам в отель. На улице очень классно, но так скучно гулять одной, поэтому я немножко подсняла видео. И, в принципе, больше нечего сказать тут про этот отель. Прикольный, нормальный, на один день сойдет.
А домики прикольные были вообще. Такая бы сама жила там в том таком домичке. Так, проходим быстренько, чтобы меня не сбили. И заходим вот в этот отель. Ну все, пока.